Все, короче, всем привет, Артур Ильдам с вами. Начинается стрим по Вормиксу. Вот, по идее, он должен сейчас онлайн идти на моем канале, кто смотрит. Вот. Так, играю сегодня на основе, сейчас на мелком. Так, передаю всем привет, кто смотрит меня. Это я вот друга добавил, короче, сегодня, вот. Я знаю, Миша меня смотрит, друг. Вот. Пойдем, короче, поугараем сейчас. Так, я прошел фермера. Так, соберу 2000 фузов. А, и получается, куплю порты. Пройду уже охотника. Да, сэр. Сейчас мы идем на миссии. Прыжок. Прыжок. Потом пойдем поугарать на ставку. Так. Прыжок. Что-то у меня арсенал большой. Прыжок. Смотрю. Балет даже есть. Окей. Что будем делать тогда? Так. Секунду. Немного отвык. Канат не улучшен. Что за фигня там? Так. Прыжок. Попробуем на ятер. Прыжок. 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 Ну ладно, прыжок. Не успели немного. Прыжок. Первая кровь. Ничего. Ничего такого. Вот тебе. О, командир. Ничего такого, просто меня сейчас ушатает на хп, да? Огонь. Прыжок. Месть. О, цель обнаружена. Ладно, будем аптечки собирать там. Не попал. О, ты погоди у меня. Прыжок. Ой, прыжок. Месть. О, цель обнаружена. Идем на миссию. Так. Промазал. Ай. Ну-ка, ну-ка. Прыжок. Ставки. В принципе, тут больше ничего как бы... И нечего делать. Прыжок. Прыжок. Больше как бы и нечего. Этот звук нубский поставил. Не попал. О, цель обнаружена. Ладно, он мне надоел, короче. Его надо убивать. Прыжок. Тем более, это заяц. Чёкнутый. Цель обнаружена. Ладно, допустим. Все, сейчас он меня убивает. У меня даже вот юза тебе. Нет. О, командир. У меня прыжок. Даже юза-то нету. Я точно. Прыжок. Я точно нуб. Я нуб. Прыжок. Вот тебе. О, ты погоди у меня. Сейчас ящиком поебал. Не попал. Да, сэр. Так, так, так. Блять, лагает. Немножко. Когда ВК мне пишут. Вот, вот тебе. Вот тебе. Да, сэр. Короче, соберем сейчас все аптечки. Промазал. Командир. Понятно. Взял аптечки. Я хочу какую-то шапку. Я помню, в Вормиксе были шапки. Новогодние. Прыжок. Блин, что я делаю? Что-то я нублю сегодня. То есть сейчас, на этом стриме. Нашел. Может, то, что меня друг смотрит. Короче, рачу. Так, ладно. Вот тебе. Ай, ну-ка, ну-ка. Надеюсь, меня не убьют. Месть. О, цель обнаружена.
положено. Тут, в принципе, ничего сложного, просто у меня, блин... Промазал. О, жду приказа. Фу, атакер. Ты немножко... Забейте. Все. Прыжок. И подыхаешь. Ну тут, в принципе, скучно снимать, но если... Прыжок. А... Ой. Ой. Месть. Вперед. Ну если уже потом потихонечку апнуться там, хотя бы 12 левел, можно даже на ставку поугарать. Вот тебе. Вперед. Как говорится, хоть... Ну, попаду я в ящик или нет? Вот так вот. Я не попаду. Хоть на андроиде, но поугарать можно будет. Командир! Если у меня вот эта гонка стоит... Прыжок! По идее, прыжок. Я должен быть... Прыжок. Ну, то есть, стрим, по идее, должен прыжок. Идти. Прыжок! Я могу прыжок. Свои ебало поставить, ну... Прыжок! Включить прыжок. Сейчас вебку, ну... Прыжок! Думаю, что смысла нет, я же не Марик. Прыжок! Из-за двух человек... Тем более, кто первая меня смотрит. Кровь. О, ну-ка, обычно. Ну-ка. Они меня знают. Лицо. Так что, я пока не буду. Месть. О, да, сэр. Карта, конечно, пипец. Нашел. Топовая. Ну, то, что... В атаку. Бой. Ложись. На мелком уровне. Это балки нету. Прыжок. Прыжок. Ау, жду приказа. Балки нету. Вот ну, то есть она как бы есть, но ее надо купить. Вот тебе. Ай, командир. Она, по-моему, с шестого или с какого там, я уже не помню. А, кстати, если покупать демона, то он... Получается. Месть! Прыжок! Ай! Жду если приказа! Если покупать демона на мелком, то он за рубины. Но его можно купить зато на этом. Я хочу на 10-м уровне купить демона. Не попал! А, жду приказа! Прыжок! И чтобы меня... друзья всех добавляли. Потому что на 10-м левле можно использовать... Ну, вот так вот! Прыжок! Демона на ставках. Там командир! Не так много снимают рейтинга, получается. Вот. О, красавчик. Смотри, куда стреляешь. Ты погоди у меня. Слишком долго. Не буду писать, потому что у меня... Нашел. Потом выкладывать. Хоть у меня... Нашел. И телефоны, и нет более-менее, но, блин... Я снимаю в 720 в HD. Поэтому... Долго будет. Ну, обычно вот видосы, вот которые 20 минут, я выкладываю прыжок. Минут... Вот тебе. Ау, цель обнаружена. Минут 7-8. Чёкнутый. Ау, да, сэр. Там еще аптечки есть, но они мне... Они мне ни к чему. Надо еще какую-то шапочку себе нубскую купить, а то у меня даже нубской нету. Панамку, что ли, взять? Ложись! Да, в принципе, что я его боюсь? Ай, жду приказа. Он мне ничего не сделает. Он мне не снесет, сколько много хп. Даже... Вот тебе! Ну-ка, ну-ка! Ну, если только дробашом. Прыжок! Даже если я фулл атакер. Тут, кстати, прыжок. На мелком прыжок. Уровне миссии каждый прыжок. Минуту восстанавливается. И пока я прохожу очередную миссию, у меня, блин... У меня следующий... Прыжок. Прыжок. Первая кровь. Следующая ай, миссия опять восстанавливается. И получается, что я играю как бы бесконечно, и я не могу как это объяснить вам. Месть. О, ну-ка, ну-ка. Ну, в общем, я хотел идти на ставочки после 5 миссий, а у меня получается, что я столько... Месяц еще пройду, но зато фузы накоплю. Вот тебе. Ай, ты погоди
у меня. Накоплю 2000 фузов, и завтра, думаю, уже я смогу пройти охотника. Вот. Как-то так. Месть! Ау! Ты погоди у меня. Так, на минки его не скинешь. Прыжок. Туда. Прыжок. Если только... Прыжок. А если топить? Чисто по приколу. Ой. Утоплю, не утоплю. Вот тебе. Чисто поугарать. Месть. Отец. Победа. Да, то, что на этот... На вынос он быстрее был. Да, сэр. Прыжок. Прыжок. ХП прыжок. Нифига себе. Прыжок. Опасный я, опасный. Прыжок. Можно еще делать так. Берешь бур, короче, который я даже не купил. Стоп. Первая кровь. Вперед. Делаешь ямочку, туда его топишь. Ну понятно. Че сложно. Вот так. О-оу. Командир. Прыжок. Я вроде бы нажал прыжок, но он прыгает. Бывает. Немножко подлагивает мне, потому что ВК пишут люди. А так, в принципе, вообще без лагов. Плавно, четко все. Да блин. Его легче на ХП убить. Он мне уже надоел. Вот тебе. А, кстати, месть. Вот. Ты погоди у меня. Сейчас можно топить. Сам себе. Вот тебе. Ты погоди у меня. На краю остался. Рабская шара. Победа! Да, там быстрее будет, а то это ну, 3 часа в продолжительности. Что тут проходить? Ну тут на ХП. Ой, прыжок. Тут. Прыжок. Прыжок. На выносе тяжело. Вот оно. Прыжок. Прыжок. Первая кровь. Ой, жду приказа. Тут на выносе тяжело. А хоть повеселее пойдет. Вот тебе. О, да, сэр. Нет, убить сначала кролика, потому что он регенится, там вся фигня. Вот тебе. Чокнутый, командир. Вот, а потом мне еще арбалет бы, конечно. Вот так. Что это было? Промазал. Прыжок. Ай, командир. Что это было, я даже не понял. Ай. Охо. Месть. Охо. Ай. Ты погоди у меня. Бой. Жестко. Прыжок. Месть. Ай. Ты погоди у меня. Жестко. Сейчас меня убьют. О, соточка. Вот тебе. Пошел, промазал. Ай. Вперед. Ой, еще соточка. Читаки. Мутим соточки. Нашел. Две сотки подряд. Так, здесь ничего нет. Сейчас убиту так. Прыжок. Месть. О, да, сэр. Этот песик меня тоже ушатает. У него еще больше атаки. О-о-о. Ты походи у меня. Ладно, мы тут, короче, кролика убиваем. Если меня не убьют. Вот так вот. Сейчас жестко должны заломить. Меня, в смысле. Ты походи у меня. Прыжок. 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 Ладно, убьем песика, без разницы. Прыжок. Просто туда далеко... далековато идти. Блин, залезу. Прыжок. 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 Шапку по-любому прыжок. Надо купить. Прыжок. Да не убьет он меня. Не убьет. Не попал. Командир, прыжок.
Там прыжок. Население, типа собрать там сколько-то шапок там. Прыжок. Всю фигню надо выполнить. В атаку, в атаку. Огонь. Месть. Огонь. Победа. Все. Идем на ставки. Поугараем, вот сейчас точно будет угарно. Ты погоди у меня. А, рука затекла. Четвертый уровень. О! Пипец, рука у меня что-то затекла. Чего у него так много хп? Не попал. Ну-ка, ну-ка. Кстати, точно, я, прыжок, наверное, на мелком прыжок буду сидеть. Тут можно и на ставках играть спокойно. Тут реальные нубы. Представьте задрота на 7 уровне. Так. Сейчас. Как в 2009 году в Вормиксе мы будем играть. Вот тебе. А, не докину. Или докину. Отскочи. Должна, по идее. Чуть-чуть. Первая кровь. Чуть-чуть не хватило. Вот так можно угорать. Командир. Я не буду апаться, нафиг нам не надо. Прыжок, прыжок. На бурес. Прыжок. Нашел. Понятно. Прыжок. Прыжок, прыжок. Прыжок. Хотя тут по-любому апнешься или не апнешься, прыжок, я уже не помню. Тут заставки, по-моему, опыт дают. За боссов, прыжок, не знаю. Прыжок. За боссов, мне кажется, тоже. Огонь. Промазал. Прыжок. Да, сэр. Ну, по крайней мере... Так, у нас тут типа пиксели. Что делать? Стоп, я чуть не залез. Ой-ой-ой, если бы не моя реакция, я бы сейчас сам себя утопил. Что-то мне надоело, ребят. Короче, ладно. Так, у нас есть вот такая шняга. Нет, она не долетит. Бой. Читер, блин. Прыжок, месть, прыжок. Так, ну это просто скиллы. Ты всё. Погоди у меня. Ничего такого, это просто как бы, ну... Общем, прыжок, так. Прыжок. Кстати, я могу прыжок за 5 рубинов улучшить прыжок эту гранату, у меня есть 6. И собрать могу себе такую сенсорку, типа мини-сенсорку красную, короче, ее кидаешь, она неплохо будет уронить. Если я и босса валю, блин, конечно. И можно на ставках играть. Вот на мелком вообще прикольно будет купить какую-нибудь топовую шапочку, демона поставить, прыжок, чтобы не тонул за рубины. Все, можно еще даже, в принципе, прыжок, артефакт прыжок, какой-нибудь. Прыжок. Такого не знаю, зачем мне нужен вообще. Цель обнаружена. Я представил задрота на 5 уровне. Нашел. Я уже, в принципе, далеко апнулся. Короче, я на 10 буду, походу, сидеть. Прыжок. На 10, вот. Потому что на 10 можно демона купить там и так далее. Так. Мы сейчас просто вот так сделаем. У меня выпала вот эта шняга. Вот тебе. Вот, все. Вперед! Кстати, много нубов. Я думал, что ко мне на канал сегодня подписался какой-то нубик. Но ко мне подписался пацанчик, которому я помог хакера. Ну, он тоже, в принципе, нубик, но такое, такое, короче. Вот. У меня пишется, осталось 353 минуты. Тут, походу, какой-то этот лимит, что ли. Он сейчас, он так долго думает или что? Я не могу понять. Вебку я вам не буду включать, потому что... Уже вечер. Мы лучше сейчас его будем... Так. Тут немного рушить надо. Блин, вот сейчас... Да. Ну, поняли, да? У меня залагало, короче, я хотел в эту ямку кинуть гранату, но у меня залагало, и все, не вовремя, как все. Когда прыжок я именно на минки пошел. Потому что ВК пишет, может, вы слышите там сообщение. Вот. Я не могу сейчас. Нашел. У меня потом 100 подписчиков там, почти 600 человек. Еще они могут писать иногда, кому я писал. Так. Ну, пипец, он еще полминуты думает. Что приказа? И в итоге ничего не делает. Нет, это мы не будем тратить. О, кстати, тема.
Жестко. Победа! Ну, так, кстати, что мне там дали? Опыт, не опыт, да? Это плохо, кстати. Если на 50 пойти, чисто поугарать на мелком. Набрать фузы. Есть кто-нибудь? Чисто по приколу. Просто пойду на 50. Логично, никого нет. Ты погоди у меня. Так, четвертый. Вот знай, на седьмом сидеть. Четвертый уровень даю. Играть против четвертого уровня — это вообще топово. У меня даже два рейтинга есть. Я топ. Топир. Вот, если кто меня смотрит, все привет, короче, вот. Я думаю, что меня Миша смотрит. Ну, он болеет. Я тоже как бы что-то вот сейчас кашлять начал. Немножко болею, в общем, не болейте. Не надо. Вот. Обычно... А, то есть это я, типа, ход просрал, что ли? Ага. Да, сэр. Логично. Извините, я спутал. Немного отвлекся. Ладно, пофигу. У меня... Оп. Как интересно, как интересно. Задрот, что ли? Понятно, ранец. Так, эти... Ну, у него ноль реакции. Значит, просто штучный, как в начале вот дается. Он ничего прыжок не сделает, я думаю. Или что-то сделает. Жду приказа. Даже так. Ладно, мы потратим на тебя свои авики. Или не потратим. Мы их оставим на охотника. Так. Так. Прыжок. Прыжок. Мы просто его зауроним. Чем не знаю, конечно. Снайперка, кстати, вообще... тема. Может, ее купить? Ой. Промазал. Косой. Чуть-чуть промазал. Да, сэр. Она дергается, пипец, не улучшенная. Ничего, лаги пишут, пишут ВК. Все попадет, да? Нет. Не попал. Ну-ка, ну-ка, жак. Если он меня будет бесить, я авики использую. Потому что он сейчас там будет крысить. В атаку. Собирать ящики. Первый прыжок. Ништяк. Ты погоди у меня. Как читер сейчас сделал. В атаку. Не попал. Ты погоди у меня. Это тупо скилл плюс шара. Прыжок. Нашел. Еще везет мне. У меня вообще-то она не лучше. Ложись! Сейчас я не докину. Прыжок! Промазал! Командир! Так прикольно зато играть. Точно, буду сидеть на мелком. Вормик с нуля. Естественно. Я же не буду идти до 30 уровня и там играть за дротами. Это мне не надо. Я максимум там 12 уровень возьму и все. Ну, я думаю, что на 10-м. Тут, в принципе, можно долго снимать. Ложись! Попал, да? Ящиком. Месть! Командир! Прыжок! Нашел! Ложись! Да, блин, прыжок! Что-то я кашу мало ел. Я к нему сейчас пойду. Он думает, что я типа к нему не пойду. Я-то мастер на веревке. Просто мне лень идти. Ложись! Я посмотрите, я могу даже наверх залезть. Не попал. Все, пора. Ты погоди у меня. Прыжок. Он карту рушит. Потом уже вообще не варик будет. Прыжок. Ой. Доболтался. Ну да ладно. Бой. Промазал. Давай кулачку спать. У меня хп много. Прыжок. Прыжок.
Он, кстати, не пролезет в эту ямочку. Или нет, пролезет. Хитрый, блин. Жучара. В атаку. Чёкнутый. Цель обнаружена. Я же сразу вижу, что не пролезет. Чё ты лезешь-то? Можно сделать вот так, в принципе. Берешь УЗИшку. А, у меня еще эта шляпа есть. Это... Нашел. Вот тебе. Если бы он был поопытнее, он мог меня скинуть вот сюда вниз на минки. И все. Прыжок. Сюда. Вот тебе прыжок. И погоди у меня. Ну, в смысле... Прыжок. Прыжок. Куда я упал? Что будем делать? Попаду, не попаду. Прыжок. Я, наверное, у вас УЗИшки зауроню. Нет. Прыжок. Так. А если я... Аккуратненько, стоп. Да, блин, что так лагает-то? Давай, давай, давай. Нашел. Вот тебе. Все. Победа! Так, мы дали 2 рейтинга. Опыт. 3 опыта и 12 фузов. Ну, неплохо, неплохо. Ладно, на этом, в принципе, я пока заканчиваю. Сниму чуть попозже, а то мне надо еще монтировать, укладывать. Всем спасибо большое за просмотр, удачи. Все.